научили танцевать несколько лет назад. Теперь участники школы танцев открывают один из популярных благотворительных марафонов. Их номер как пример для подражания. Только осваивать все эти движения будут уже особенные дети. У нас тоже есть такой открытый мир, но иногда люди не понимают нас, и поэтому закрываемся как бы себе. Но на таким рэпе позволяет как бы получше взглянуть с другой стороны на нас. То, что мы что-то можем тоже. Сегодня в культурно-спортивном центре собралось более 1000 человек. Все они либо начинающие, либо опытные артисты. В режиме нон-стоп в течение 10 часов каждого неравнодушного улан-дэнса ждет грандиозное шоу. Программа от лучших танцевальных коллективов города. Мы имели цель, чтобы объединить на одной танцевальной площадке людей и без инвалидности, с инвалидностью, чтобы они могли вместе танцевать, вместе общаться. Цена билета символическая – 50 рублей. Все собранные средства отправятся на реализацию программ для людей с ограниченными возможностями. Ирина Ревенская, Сандыма Болотова и Алдар Дармаев. Новости дня.